все лето вот в этом старом улье жили осы. Вот наконец-то здесь были все лежали, доски сохли до потолка, поэтому не могли летом его быстренько разобрать. Только подходили, сразу осы начинали нас гонять. Вот осень наступила, октябрь, вот решили посмотреть, что там было. Я уже заглядывал, ужаснулся, поэтому решил взять хорошую камеру. То есть вот тут такая тут у нас получилась крыша. Так, крыша старенькая. Не знаю, тут может даже шершни. Не, ну вроде в основном осы. Даже не знаю, с чего начать. Хочется все это дело разобрать. Наверное, надо взять большой нож. Ой, тут прям. Так, все. Взял нож. Начнем. Ё-моё. Там расплод мертвый. Осиный расплод. Надеюсь, они уже все сдохли. Вот такое дело. Кстати, летом я их травил дихлофосом. Ну, видимо, продуктивно, потому что здесь дохлые осы есть. Здесь вот лежат дохлые осы. Ладно, будем дальше смотреть. Так, нож пока в сторону. Вот там никого и нет, хорошо. Вообще, предположительно, вот здесь должно быть самое большое гнездо. Не потому что в этот леток в основном летали. О, вон оса шевелится одна. Ну, они зимой на своем жировом теле зимуют. Вот, даже тут какие-то вон червяки завелись. Походу дела, вот, кстати, давно сдохли. Ладно, теперь вот эту часть вскроем. Такая штука. Точно. Пентхаус. Гостиница. Там рамочка какая-то маленькая. Тут вот видите, на 4. На 4 отдела было, видать, такой нуклеус. Семья для вывода маток. Вот он даже две рамочки. Вот такая штука. Сейчас покажу, какого размера. Рядом с ней встану. И далее. Тут сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 этажей вывода расплода. Представьте, сколько здесь было ос. Вот мы их все лето мед качаем, они везде лезут. Ой. И вот еще гнездо. Ну вот это, мне кажется, было еще с того года. Пчеловода. Осоводы, а не пчеловоды. Но не могли никак залезть, к сожалению. До этого там снимали еще, там и шершни завелись, и другие вид ос. Вот кусок еще тут остался. Во. Дохлые осы. Это я их дихлофосом травил. Прям в литок. Ну ничего, хорошо, значит, он подействовал, раз они подохли.
Короче, такого допускать не надо на пасеке. Потому что осы, они и воровство провоцируют, и что только не делают. А то будет у вас не пасека, а ловушки для ос. Одни сплошные ставить придется. Вот эти, кстати, банки, вот я тут убрал, действительно помогает. То есть вот ставится банка, в нее наливается, ну, творение какое-нибудь более густое, и такая, как воронка сверху должна быть. И все, они туда лезут, и все, и там вздыхают. То есть здесь просто это куда-то улетело. Вот они за все лето, много тут их набилось. Штук 200-300 точно. Вот такое осиное у нас гнездо.